Доброго понедельника, друзья. Недоброго понедельника вам, не друзья. Гаденыш, так лаконично и душевно прокомментировала моя знакомая последний вчерашний дисс Дани Милохина. Поясню, она работала в той команде, которая делала из тиктокера Милохина звезду Первого канала. Все они были мальчиком очарованы, восхищались им, работали, тянули. Гаденыш. Такой вот диагноз. Вот сейчас будет возможность этот дисс прослушать. Что я хотел бы отметить? Что он помянул Николая Баскова, который тоже очень помогал Милохину в его карьеропостроении. Ну и для тех, кто в танке, я поясню, что ЛА, про который он говорит, это Лос-Анджелес, Калифорния, куда он уехал после Эмиратов. В Эмираты он поехал к инстасамке, бросив свою напарницу Медведеву по телевизионному проекту и забив на все контракты. Не стану второй раз повторять, что с детдомовских нечего спрашивать. Они преданные на самом старте, поэтому это люди без понятий абсолютно, в большинстве своем. Ну, я других не встречал. Я понимаю, что сейчас возмутятся поклонники там Юры Шатунова, допустим, но возможно, что Шатунов был исключением из правил. А правило таковое. Детдомовские лишены эмпатии и каких-либо вообще понятий. Увы, не их вина, но помнить об этом надо. Всем тем, кто возьмется с Милохиным что-нибудь снова, как принято говорить, мутить. До сих пор не знаю, как туда я попал. Дико затусил вместе с Николаем и не заметил, как башкой на дно ныряю. В поисках рейтинга, хайпа, реклама. Не подсуетились и нашли мою маму. Канал за мир и любовь, и не хотят бабла. Пусть говорят, я слышу бла-бла-бла. Я всегда честен был со всеми, многих это бесило. Я шел на лед и говорил, что в тачке мало бензина. Женька, я лов тебя, и пусть ты меня не просила, но согласись ты, я на льду, это было красиво. Изина, изина, я покорил телеканалы города. Любил меня из-за подписчиков. Все наши шоу такие страстные, но как оказалось, мы слишком разные. Попал в какой-то черный список, чернее, чем сажа. И говорят, что по ТВ пацана не покажут. Плевать на кэшек, больших дядек с собой оставайтесь. I promise, я еще вернусь, не переключайтесь. Изина, изина, я покорил телеканалы города. Я пахну, как я.